Ну что, давайте готовить очень вкусные, нежные муссовые пирожные без выпечки. Приступим. Желатин заливаем холодной водой и убираем в сторонку набухать. Далее в сотейник добавляем сливки, ставим на плиту и хорошенько их разогреваем. Тем временем желтки взбиваем с сахаром до бела. Затем желтки соединяем с горячими сливками и снова возвращаем на плиту, чтобы хорошенько подогреть. В отдельной миске добавляем шоколад, можно молочный или горький, и заливаем нашей горячей смесью. Перемешиваем, ждем, пока шоколад полностью растопится в массе, затем вливаем желатин растопленный и затем носим наши взбитые сливки. Перемешиваем лопаткой, наша муссовая масса готова. Вливаем до половины силиконовую форму, любую. Убираем в морозильник, затем добавляем начинку, у меня готовые конфитюры абрикосовые, заливаем второй частью и отправляем в морозильник.